Президент Молдовы Игорь Дадон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в нашей стране Дереком Хоганом. Стороны рассмотрели широкий круг вопросов двусторонних отношений и подтвердили намерение обеих сторон укреплять стратегический диалог по всем важнейшим направлениям. Мы в течение последних дней с вами переписывались, обсуждали. Ситуация в Молдове очень непростая, очень сложная. Плюс один пока что, что не было дестабилизации, мы не дошли до установления. Такие риски были, и свобода расхищения. Но я рад, что нам удалось ситуацию так моделировать, чтобы не дошло до столкновений прямых между сторонниками разных мнений, разных правительств, разных там, решений. До сегодняшнего дня мы видим, что это более-менее удалось. Я честно скажу, я вижу, что риски большие на следующий день. Посол также встретился со спикером парламента Зинаидой Гречаной. Беседуя с дипломатом, она отметила, что законодательный орган является полностью функциональным. Кроме того, было утверждено новое правительство. В свою очередь, Дерек Хоган поблагодарил за встречу и поприветствовал обеспечение функциональности законодательного органа и его секретариата.